Здравствуйте, уважаемые посетители канала. Ну, какая картиночка. Я, как знаете, бывший телевизионный работник. Смотрю на картиночку, как что подается и так далее. Итак, немножечко пробегимся по вашим комментариям и упоминаниям. Чистка печени, плесень и травы побуревая. Значит, пользователь поставил огонь, как говорится, по полной программе. Хлопки, палец вверх, сердечко и полное восхищение с розами. Действительно, чистка печени работает именно с травами по бабушке Татьяне Буревой. Вот эти вот как раз травы, ну они полным-полно, я их уже много раз говорил, они обладают способностью удалять вот эту вот всю эту плесень, которая там у нас развилась, закомковалась, сосет нас, а мы там думаем, что что-то у нас там болеет. Так, откуда у меня шлаки и опухоли? Это видосик кто-то спрашивал, значит, молодец, Геннадий Петрович. В данный момент у меня, я так думаю, есть и шлаки, возможно, кое-где там и что-то там опухает. Но в целом, энергетика, которая работает со всеми шлаками и всем этим и так далее, ну намного больше, ну намного больше. Ну, смотрите, смотрите меня сейчас, смотрите мои видосики недавно. Далее, дружи со своей головой, вот пользователь пишет, скажите, пожалуйста, после чисток печени есть улучшение у больных подагрой, у кого есть опыт? Да я без опыта скажу, конечно, будет улучшение у больных с подагрой, потому что все виды обмена, в том числе белковый обмен, происходит или проходит через печень. И как только у нас печень начинает лучше работать, то вот эти все обмены веществ у нас резко выравниваются. Самостоятельно, то есть за счет того, что мы очистили печень от вредного, плюс мы ее очищаем, оказывается, кругом тут грибки, куда ни кинь, куча народа в этих грибках каких-то там, молочницы и так далее, и так далее. И это сразу же сказывается. Вы почитайте более ранние мои книги, где я приводил массу всевозможных примеров. Там заболевания совсем какие-то такие непонятливые, такие серьезные, вроде бы как серьезные заболевания. И люди не понимали, как с ними бороться, что там надо делать. После того, как они делали очищение, без очищения нет исцеления. Что? Что? Можно с помощью таблеток, с помощью операции сделать в организме, который по уши находится в грязи. А чтобы увидеть эту грязь, посмотрите видосики, когда люди голодали, что с них выходит. То есть мы не абстрактно говорим, вот какая-то грязь, еще человек думает, да какая грязь, я вроде как помылся, что там внутри, все должно быть нормально. Но когда начинаем голодать, мы видим, насколько это нормально. Поэтому, если вы почистите печеночку, то эта подагра пройдет как страшный сон. Далее, чистка печени, сезон открыт. И кто-то у меня спрашивает, это у вас вторая чистка? Да. Знаете, вот подобные как-то вопросы меня вводят вот в тупик. Если я эту печень начал очищать с 1983-84 годов, то сколько этих у меня тут? Вторая это чистка или нет? И что я еще хотел сказать? Вначале, да, вы не знаете, как она работает, что там она работает. То есть вы делаете работу по нормализации функций и работы органов и всего организма. Значит, нормализуете внутреннюю среду, очищаете печень, почки. И все это закрепляете правильным питанием и образом жизни. Дальше там особо уже делать нечего. Профилактически, раз в год весной вы там сделали чисточку, посмотрели, а что, что и как. Да и хватит, чтобы вы понимали, зачем эти чистки делаются. А, значит, Сержио Матвиенко пишет, ну что ж, это на уроке за динамической гимнастики. Кривых хорошо все рассказал, я все понял.
Серджио, рассказать это, знаете, вот в том уроке, что я выставил, вот рассказано. Это, знаете, просто вам показали что-то, вот что-то такое показали, и вы думаете, что поняли, все это легко и так далее. Но когда вы начинаете заниматься, возникают вопросы, возникают проблемы, с которых мало кто сталкивался. Вот так вот. И лучше всего смотреть год моих занятий, первый год, как я начинал. Как я начинал первый год своих занятий. Вот, буквально таки пустой тренажер был, и я там что-то там добавлял. Все это шло по нарастающей. Далее, с чем там столкнулся, что как там, расстояние это постоянно меняется. То есть вы должны сделать вот такую амплитуду движения. Чем больше вес, тем он у вас уменьшается. Значит, надо что-то там подложить для того, чтобы, грубо говоря, у вас вот это вот расстояние более-менее было. А то у вас могут ноги уже выпрямились, а вес не поднялся. Хотя до этого там, грубо говоря, 400 поднималось нормально, а поставили там 700 килограмм, а ноги выпрямились, а вес как стоял, так и стоит. Что делать? Оказывается, надо подкладывать. Ну там много всего. Далее вы уперлись, и вес не растет в подъемах. Что, что, как. То есть вы достигли своих физических пределов. А вот за физическими пределами идет беспредельная ширина, глубина пространства. Это умственные работы. Как это поднимать? И скажете, если у вас есть вера, той горе сдвинься, и она сдвинется. А вот веры-то нету. И вот, а как эту веру тренировать, как ее развивать? Вот это никто тут не знает. Потому что те люди, которые знали, самодумал, его уже нету. И он 6,5 тонн отрывал. О, так что я все понял. Вот я сейчас перед тем, как заниматься... Я подошел к тренажеру, 900 килограммчиков навесил, без всяких разминок и так далее, и тому подобное, такая, опа, и осилил его. О, энергетику вы чувствуете. Смотрите мои последние видосы и купайтесь в той энергетике, которая идет через меня. Вот оздоравливайтесь, купайтесь, вдохновляйтесь и прочее. Это очень интересный феномен такой есть. Далее, Геннадий, вы видите наши имена под комментариями? Нет, не вижу. Вот идет собака, потом user-t1iq7td1w. Дальше спрашивается, почему тут нету привычных имен под комментариями. Кто разобрался, напишите. Ну, напишите, кто разобрался, почему он. Либо он закрывается, либо он открывается, либо или что. Либо просто нам вот этот номер присвоит, да и, как говорится, и хорош. На больше вы ничего не тянете там. Ну, вот так вот. Клеймо поставили, Тауэр, с номером, да и... Дальше, значит, Сергей Матвиенко пишет. Нет, Петрович, это на уроке академической гимнастики. Сейчас вы смотритесь намного лучше, чем 3 года назад. Естественно, я там начал. У меня там спина была больная. Я ходил, вот как раз Сергей Прокопьевич говорит, я увидел Петровича, который носил штангистский ремень, чтобы держала спину. Чтобы спина не проседала, ее не клинило, представляете? То есть ты уже должен носить какой-то корсет. Ну, в качестве корсета, значит, вот этот ремень штангиста там носят. А так вообще корсет. Энергетики, естественно, что та, что сейчас имеется. И то, что до начала было, да там, ну, говорится, как говорится, энергетика обычного человека, она может быть слабее тех людей, которые занимаются и чего-то достигли, то есть уже тонны когда достигли, она у вас раза в 2-3 больше, нежели была до этого. Вы себя сравниваете с самим собой. Так, дальше. Здесь вы немного не собранные, похожи на пенсионера. А что ж собираться, когда нету энергии? Человек
не может толком сконцентрироваться, ну и прочее, прочее. Хотя соображаловка у меня и тогда работала. Я же сразу почувствовал, вот это гимнастика, вот это тренажер. Гимнастика, что это гимнастика, ну, супер-дупер, это я понял давно, но ездить, заниматься в зал гравитационной гимнастики у меня нету возможности, тем более материальных. Одно занятие стоит 10 тысяч, вы представляете? Вот, а тут только тренажер, я оценил тренажер, и думаю, лучше я его куплю. Тренажер мне обошелся в 150 тысяч рублей. Но мы договорились, что я там какую-то часть сразу, а потом я, значит, выплачу. Все, выплатили Сергею Прокопьевичу, все, все довольны, и я, и он. Так, сейчас похоже на мужичка средних лет, весьма уверенного в себе. Кстати, это вот интересно подмечено, эта гимнастика добавляет особые качества к личности вашей. И вот одно из них – это уверенность. Вы настолько уверены становитесь. И более того, вот те, кто занимался гравитационной гимнастикой, они подчеркивают такой феномен, что вы начинаете уже за счет возросшей энергетики влиять на окружающее пространство, на окружающих людей и так далее, и так далее. То есть такие какие-то ситуации, знаете, раньше неуверенные, ну, грубо говоря, там хулиганы вас оскорбят, там, и обидят. Уже такого нету. Вы идете спокойно, уверенно, и эти хулиганы, это как говорится, а хулиганов нет, а хулиганов нет, как в песенке поется. Это очень интересно. То есть вот эта вот изодинамическая гимнастика, которой я занимаюсь, причем я занимаюсь по собственной методе, не ту, которую дал, но я ее особо там и не видел, ну, как вот примерно сказали, я там занятие ты, наверное, провел Самодумова Анатолия Ивановича. Я поэтому не занимаюсь. Потому что рассказывал и советовал Сергей Прокопьевич Кривых, я тоже не занимаюсь. У меня свой собственный подход, который я применяю к себе и потихонечку движусь, не все сразу. Уперлись, дошли до своих пределов, и вот тут уже надо развивать не возможности мышц, связок, суставов, а возможности своего сознания, что вы можете этот вес поднять, что у вас уверенность есть, что у вас вера есть. И вот эти качества начинают у вас формироваться. Плюс еще дополнительно отбрасываются разного рода какие-то эгоистические побуждения «мне, мне, 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 мне». И вот тогда вы, как Иисус Христос говорил, в Царство Божие пролезть может вот через иголье ушко. Так вот, что, пролезть, чтобы вот это через иголье ушко, то есть поднять какой-то гораздо больший вес, вы должны соответствовать своими нравственными качествами этих параметров. И тогда вам дадутся большие силы. Вам дадутся. Я бы даже сказал, не разовьются, а именно дадутся. В вас поверят. Вам дадут. И это доверие надо оправдать. Вот что делает изодинамический гимнастик. Раскрывает ваш потенциал. Все лишнее вас обтесывает насчет вот этих эгоистических побуждений. В противном случае за счет эгоизма вот так вот растопырены и не пролезете в это иголье ушко. Вот такие вот вещи. Так что не на мужичка средних лет, уверенного в себе, а мужичище. Мужичище по всем параметрам, знаете. Вот. Короче, наблюдайте за мной, наблюдайте. Далее Сергей Матвиенко пишет. Рычаг 1 к 4, понятно, но я не вдавался там 1 к 4 или еще там как-то там. Мне главное было, чтобы я с помощью этого, так сказать, тренажера мог нагружать себя.
Однако 720 на 10 это не хухры-мухры. Правильно нагружать себя, распределять нагрузку. Кстати, я сегодня очень, не сегодня, а вчера очень много потратил времени для того, чтобы привести тренажер в порядок. Потому что когда идут большие веса, малейшая задержка за какой-то, знаете, задир, который там имеется, с маленькими весами это ничего не чувствуется, а с большими это сразу же нагрузка многократно увеличивается. И это все тормозит. Поэтому я поубирал эти задиры. Ну, видосик выложу. Так, спасибо за огромный труд и здоровья вам, благосостояния. Благодарю. Вот написано Адельга. Вот как-то правильно. Так, быстрым шагом. Далее идет вот опять-таки пользователь такое. HS7UO5RO4I. Рассеянный склероз. Необходимо съедать много черноплодной рябины. Это укрепляет стенки сосудов и нормализует давление. Позвольте, рассеянный склероз это стенки сосудов. Это... Хотя давайте посмотрим. Рассеянный склероз. Ну-ка, сейчас мы с вами, так сказать, выясним. Рассеянный склероз. Рассеянный склероз, что это такое, сколько с ним живут. Рассеянный склероз, заболевание нервной системы, возникающее в молодом и среднем возрасте 15-40 лет. Особенностью болезни является одновременное поражение нескольких различных отделов нервной системы, что приводит к появлению больных разнообразных неврологических симптоматики. Еще одна особенность заболевания – ремитирующее течение. Далее, рассеянный склероз, вот как тут пишет статья из Википедии, это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка проводников головного и спинного мозга, хотя в разговорной речи склерозом часто называют нарушение памяти в пожилом возрасте, а название рассеянный склероз не имеет отношение к старческому склерозу и к рассеянности внимания. Склероз в данном случае означает рубец, а рассеянный означает множественный. То есть множество вот этих различных рубцов. Поскольку отличительная особенность болезни при патологоанатомическом исследовании, это очень важно, наличие рассеянных по всей центральной нервной системе без определенной локализации очагов склероза, замены нормальной нервной ткани и на соединительную, а описан впервые в 1868 году Шарко. Вот отсюда смотрите, и сразу же, вот, грубо говоря, человек хотя бы, вот как я, вот чем я отличаюсь от вот этих вот людей, которые здесь написали. Укрепляет стенки сосудов и нормализует давление. Рассеянный склероз, да? Оказывается, рассеянный склероз это что-то не то. Тут миелиновая оболочка нервов. То есть это поражение нервной ткани. И вот когда подобные советы даются, вы сами фильтруйте все. Лишний раз возьмите, там посмотрите, сейчас информация вполне доступна, раз посмотрели, что там и так далее. И будете то ли стенки укреплять и нормализовать давление, то ли что-то другое делать. Кстати, рассеянный склероз прекрасно лечится или там нормализуется вот этой вот изодинамической гимнастикой. Рассеянный склероз. Не болел он. А потом такая, как говорится, бац, и заболел. Отмотайте полгодика. А чем вы болели до этого? До этого чем вы болели? И надо ли, если вы, грубо говоря, что-то там какое-то перенесли заболевание, может, вы переболели там гриппом, переболели ангиной, там лечились антибиотиками, там у вас там грибок, там у вас там еще там что-то там такое. То есть вы это. И что вы тут черноплодной рябиной будете себя засыпать? Когда вот эту миелиновая оболочка, вы представляете, вот, грубо говоря, нерв идет, а вот еще оболочечкой. И вот эта миелиновая оболочка –
когда не знают вот эти медики, люди в белых халатах, знаете, и они так, как говорится, я слышал такое выражение, люди схавают, people схавают. Вот они не знают это или не хотят вдаваться, и говорят, это аутоиммунное заболевание. Вот организм сам начинает себя по каким-то причинам разрушать. Ну, по каким причинам он начинает разрушать? Вот как раз все было нормально. А потом создалась причина, которая вызвала это модное аутоиммунное заболевание. Так вот, устраните эту причину. И не надо вам ни черноплодную рябину есть, не надо вам еще что-то есть, не надо еще что-то и прочее, прочее, прочее. И оказывается, рассеянный склероз, тот же рассеянный склероз, да сделали курс клизм, да почистили печенку, да нормализовали питание, и этот рассеянный склероз исчез как дым, рассеялся, нету его, потому что вы нормализовали работу своего организма. А раз вы не нормализовали работу своего организма, грубо говоря, сейчас вот обилие всевозможной еды, которая просто-напросто фальсифицирована. Вот там посмотришь передачу, что-то там, Потребнадзор или еще там что-то по НТВ там идет, какой продукт фальсифицированный, что там находится, что там не находится. Этим вообще должно заниматься государство. Говорит, так, вот они ГОСТы, и чтоб по ним было. Если нету вот этого ГОСТа на стадии, будем говорить, этого самого расфасовки этого продукта, то он не должен идти, уже его надо выбросить и все. А тут, да, продадим и то, продадим и все. А потом рассеянный склероз, а потом еще что-то, потом еще что-то, потом еще что-то. Ну и плюс, грубо говоря, это. Миелиновая оболочка по каким-то причинам разрушается. Никаких аутоиммунных заболеваний нету. Запомните это. Потому что это говорю вам я. Если не можете объяснить, что это такое простым доступным языком, значит, тогда вот скажем, а это аутоиммунное заболевание. И все, мы, вот это да, ну что это за наука? Что это за наука, которая не может исследовать со своими микроскопами и так далее? Итак, на чем я остановился? Не было этого заболевания. Рассеянного склероза, а потом появился, что послужило причиной, что, чем вы болели перед этим, что у вас дальше пошел этот рассеянный склероз, то есть это дальнейшая фаза рассыпания организма, допустим, от внедрения инфекции, или от грязи, или от вообще образа жизни, который вы вели до этого. То есть это закономерный итог. Рассыпается организм, все бы не. А вы будете черноплодную рябину там есть, укреплять стенки. Так, далее, значит, это заболевание можно вылечить специально подобранным составом трав, заваренным кобыльным молоком. И теперь мы будем искать кобыльное молоко, ё-моё. Знаете, вот, грубо говоря, все можно вылечить. О, все можно вылечить. Вот я еще опять-таки смотрю там, по телевизору собирают деньги. Значит, и этот отец говорит там, а ребенку, наверное, лет 12, не более, что говорит, у нас трое детей, и вот один ребенок заболел. Явно что-то там, ну, такое было простое или что-то такое, знаете. Но как сказали, что вот это вот какое-то заболевание такое, сякое, пятое, десятое, а никто этих специалистов не проверит, и они дурят голову, дурят, понимаете, задуривают, это так, это сяк. И, короче, залечили его до такой степени, что папаня говорит, и костный мозг пересаживали, и несколько там что-то там десяток, если не больше, химиотерапию он прошел, облучение, что-то еще, что-то еще, что-то еще, что-то, и то, и все, и гормоны пил, и... короче, все, знаете. А вот, оказывается, есть за 3 миллиона с лишним лекарства. Вот оно может помочь. А вот это что? А вот это что? Чем вы занимались? А теперь вот тут, видите, за кобылье молоко надо найти. Вот найду кобылье молоко и буду здоров. А я вот без кобылья молока, без пересадки костного мозга, без еще каких-то там, знаете, вот вытребений. Я сижу перед вами,
Вот как Серджио говорил, не просто там мужичок средних лет. Возможно, я выгляжу как мужичок средних лет, но с энергетикой гораздо больше, нежели у меня была до этого. Я не буду сравнивать с кем-то, у каждого человека своя энергетика. Я буду сравнивать, вот как он говорил, вот 3 года назад мы вас видим вот таким, он рассмотрел меня, видите, тщательно. Под мелкоскопом. А теперь во какой! Кит сидит. Не без молока, без этого и так далее. Далее идет, значит, крапива двудомна, 2 столовые ложки, 1000-листник, цветущие 2 столовые ложки, пастушья сумка, трава, ложка, зверобой, листья грецкого ореха, трава плакуна, побеги молодого кедра, цветки жимолости, завяз плода лимона. И вот это все человек, ой, надо что-то найти, это надо все сделать. Это не надо, если у вас имеется понятие, что существует причина. И причина в вашем организме, это, как правило, кроется во вашей внутренней среде, которая не позволяет полноценно питаться этим миелиновым оболочками, и какой-то фактор, который еще вдобавок разрушает. Это, как правило, какая-то бактерия, какой-то грибок, какая-то мерзость сидит, которая вас жрет, а вы там думаете, ох, у меня благородное заболевание, а то иммунное, ой-ой-ой-ой-ой, какой я редкий человек, ай-яй-яй-яй-яй. И надо вот это, завязь плода лимона, завязь плода, где вы его найдете, эту завязь плода лимона? 2 столовые ложки сверху сбора всыпьте в пол-литровый кипяченого кобыльего молока, наставите четверть часа, принимать в течение дня. Курс лечения составляет 4 месяца. У меня не было ни одного случая, чтобы это средство больному не помогло. Вот так-то. Наталья Степановна, травница. Ну хорошо, Наталья, я вас уважаю, как это, вообще-то я посмотрю, это Наталья травница пишет, или это просто это самое, рецепт Натальи травницы. Вот подход, и вот совершенно иной подход, без всякого этого. Но опять-таки, вот должен быть здравым ум. Вот когда он будет здравый ум, вы все это рассуждать начнете с чего-то. Не бросаться пожар тушить, а делать профилактику до того, чтобы этого пожара не было. Все будет нормально. Заранее извиняюсь за резкие вещи, но хочу сказать, что можно без вот этого всего сделать. Пользователь 10 часов назад, эрозия желудка, разбирал. Вот как раз на эту тему. Нужно понять, почему это произошло. У Петровича, как всегда, все просто. А не надо, знаете, вот каких-то делать сложностей. Типа, когда вы не знаете, вам сказали аутоиммунное заболевание, и все, вы отвалились. Надо все разобрать в своем уме, до простых, понятных вещей. Вот тогда у вас что-то получится. Дело в том, что обычного человека не всегда хватает для этого знаний. А для этого вам жизнь дается. Жизнь дается не для того, чтобы мы там сидели, да только деньги там зарабатывали. На жизнь причем. Не на что-то там такое, а просто на жизнь. Чтобы мы все-таки были более-менее грамотные в отношении содержания своего собственного здоровья. Так, например, причины этого же гастрита, кроме перечисленных автором, причем некоторых лекарств, неправильное питание, стресса, также является аутоиммунная причина. Аутоиммунная причина – эрозия желудка. Вот это аутоиммунная, опять-таки, если не хотите ничего знать и понимать, и вам сказали, и вы на заднице ровно сидите и принимаете лекарства и так далее. Заброс желчи и щелочной жидкости в желудок, его раздражение, что может быть, например, из-за опущения желудка, деформация клапана желудка, привратника. Но он же у вас не сразу деформировался, ё-моё. Понять, что произошло. Это ж не почему он опустился у вас? Что-то подняли или что там у вас было? Такой же причиной может быть бактерия хеликобактер пилори. Ой. Вот эти бактерии теперь кругом тычет. Ну хорошо, она ж не сразу появилась, эта хелобактерия, которая начала разъедать.
что какие-то причины были для того, чтобы она размножилась в конце концов. Далее. Обычный человек не знает этого, не знает многих возможных причин, не знает, как диагностировать, тем более, как лечить указанные проблемы. А вот пусть он учится, если хочет быть здоровым. Вот вы смотрите на меня, я тут, грубо говоря, в избытке силы обновления перед вами сижу, рассказываю. А я что, это все знал? Я вложил в себя огромное количество труда по тому, чтобы это узнать, и теперь я ориентируюсь, как рыба в воде во всех этих вещах. Надо над этим работать. А так вы пойдете, вот так вам и то что-то сделать. Сейчас я интересную вещь вам в конце концов приведу. Итак, по многим болезням самостоятельно человек не всегда может определить причину многих своих болезней. Определяйте. А если вы не будете самостоятельно определять, то смотрите, что с вами сейчас получится. Сейчас я вам прочитаю. Ой, прочитаю. Прочитаю, что мне прислали, прочитаю. Если вы не хотите самостоятельно работать над своим собственным здоровьем, а доверяете его кому-то доверяете, просто-напросто доверяете, то вот смотрите, что будет. В Швейцарии умер сооснователь букмекерской конторы 1xbet Сергей Карнашов. Ему было 42 года. То есть человек заработал уйму денег, можно сказать. Смотрите, долларовый миллионер и бывший сотрудник брянской полиции скончался в одной из клиник в Швейцарии после медобследования. Вот он не занимался, у меня есть деньги, и я тут это самое. Деньги все сделают сами. Я обращусь к специалистам, которые говорят об аутоиммунных заболеваниях. Если они не знают, что это такое, вот они вам тут и наплетут. Об этом сообщил его друг, иноагент Павел Мунтян. По его словам, контрастная жидкость для МРТ вызвала аллергическую реакцию, после чего Карнашов впал в кому и умер. И на этой, так сказать, ноте я и закончу. Хотите знать, как себя диагностировать и далее разбираться? Значит, вкладывайте в себя любимого труд, знание, умение. И будете процветать. Доброго вам здоровья. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.